Готовясь к сегодняшней передаче, вот мы посмотрели очень большое количество телевизионных фильмов. И выявилась вот какая-то тенденция новая, для меня, в этом случае, что, оказывается, есть целый просто пласт, целый пласт музыкальных телевизионных фильмов, посвященный драматургии, связанной так или иначе с классикой нашей. То есть, и нашей зарубежной, кстати. То есть, пьесы, которые веками шли на сценах, лучших площадках мира, вдруг стали предметом интереса и режиссеров, и композиторов. И появились телевизионные спектакли, телевизионные фильмы, связанные так или иначе с классикой. И вот, открываю эту, ну, условно говоря, страничку, мы хотели бы ее предварить показом небольшого фрагмента, после которого мы вернемся к нашему разговору еще раз. Я Марселу обожаю. Она меня. И нет позора в такой любви. Мошенник. Дрянь. Я бы должна убить такого. Ну что вы делаете? Что вы? Я негодяю и пройдохе даю пощечины. Сеньор, что это такое? Так, ничего, дурные слуги встречаются во всяком доме. Скажите мне, быть может, вам угодно что-нибудь? Угодно. Вам кое-что порассказать. Вы бы охотнее, быть может, другое время предпочли. Зачем? Не надо ждать другого. Вы не смущайтесь пустяками. Похоже, я бы сказал, что эта ярость таит совсем другое что-то. Любовь, зачем ты мучаешь меня? Ведь я забыть тебя была готова. Зачем же тень твоя приходит снова? Жестокой болью душу мне казня. Любовь, зачем ты мучаешь меня? От меня ты в сердце как змея вползла украдкой, его надеждой обольщая сладкой, мечтанием несбыточным дразня. Чем ты мучаешь меня? Я довольна, что этот дурачок ушел. Итак, современная музыка и старинная драматургия. Современный автор и автор, которого давно уже нет. Что связывает их? Откуда такой интерес у композиторов к музыке, к написанию музыки, к драматургии старой? Я думаю, что это по ряду причин. Ну, во-первых, та драматургия, которую мы используем сегодня, она уже отстоялась веками, и она, конечно, безусловно, уж хороша, без сомнения.
Безусловно, любопытно и найти, что ли, стилистику тех времен, сделать музыкальную стилизацию тех времен и найти какие-то соотношения между теми чувствами, которые испытывали люди когда-то в те времена, и своими ощущениями сегодняшними. Тоже, конечно, интересно. Но все-таки мне кажется, что главное не в этом. Во всяком случае, не для меня. Да думаю, что и не для тех, кого сегодня мы вам показываем, для моих коллег и друзей. А главное, мне кажется, все-таки в том, что появляется возможность провести какую-то дорожку, ниточку от ощущений людей, живших очень далеко, очень давно, от драматургии, созданной когда-то очень давно, к чувствам сегодняшним, наших людей, наших современников. Вот по этому пути, кстати, и пошли режиссер фильма, который мы сегодня показали, «Собака на сене», сегодня мы показали небольшой фрагмент из него, режиссер Фрид и композитор Геннадий Гладков. Я полагаю, что вы узнали этот фрагмент, мы небольшой показали фрагмент. Сейчас мы хотим вам показать еще два небольших фрагмента, которые будут, пройдут через небольшую перебивку. Фрагмент первый – это представление женихов. И я хочу, чтобы вы посмотрели, потому что там очень любопытно решено вот самое это представление музыкальными средствами. Только ударные инструменты решают и выявляют характеры того и другого актера, что сделано, мне кажется, очень изящно и мастерски Геннадием Гладковым. И их второй фрагмент – это известная песня, уже сошедшая с экрана, уже она вышла в жизнь, она и поется и на концертной эстраде, ее многие знают. Придет, зови или не зови. Где встретишь ты ее, не знаешь наперед. Темны пути любви. Слышен ее шаг, неведомы черты, таинственен язык. Но вот пришла любовь, ее узнаешь ты, узнаешь в тот же миг.